уже за такое количество лет, когда мы так уже все понимаем, что ну провально это, ну провально, ну надо было уже набраться смелости, а кому-то наглости, прийти, упасть в ноги президенту, он же добрый. Он добрый, он простит. И сказать, ну вот не шмогла я, как сказала та лошадь. Ну неправильно это было. Но давайте что-то будем менять. Давайте что-то все-таки делать по-другому. И, наверное, делать так, как это было всегда. Ну и наше поколение, и до этого поколения. Ведь было все по-другому, и было все нормально, и было все хорошо. Зачем надо было до основания разрушить одно, чтобы не успеть и неправильно создать другое? Не смогли мы, надо просто в этом признаться. Еще не поздно признаться. Надо просто признаться себе в этом. Мы не смогли. А если все-таки смогли, то нужно взять и разобрать на ошибки, на составляющие. Где все-таки ошибки? Из года в год одно и то же. Туда слили, сюда слили. Да, ребят, ну если сливают, ну это значит ошибка. Так исправьте ее. Но если за диктант там ошибка ставит двойку, а если у вас из года в год тоже ошибка, увольнение, так надо вас уволить. Уволить. Вы подрываете национальное достояние. А национальное достояние – это хороший работник, это хороший, грамотный человек в будущем. Вот национальный продукт. Не газ, не нефть. А мы с вами. Вот настоящий национальный продукт. Мы самое главное. И мы не можем быть ни под какой корпорацией, ни «Газпром», никто. Вот мы самое главное. Так нас надо жалеть, лелеять и заботиться о нас, чтобы мы были грамотными, хорошими, не пьяницами, не наркоманами. А для этого нужно думать головой. А думают те, кому мы на это дали право. Их вон там через дорогу сидят, несколько десятков, сотен. Вот им надо думать, раз уж они взялись за это дело.